До выборов президента Российской Федерации осталось менее 2 недель. Подготовка избирательных участков, регистрация граждан и решение организационных вопросов. Об этом и не только представители областного правительства отчитались губернатору на штабе по содействию избирательной комиссии. Я думаю, что мы могли бы сегодня провести оперативный штаб по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории нашего региона и обсудить основные вопросы, которые должны держать на контроль. Избирательная комиссия посчитала заявления граждан, желающих голосовать по месту нахождения. Их оказалось 17 тысяч человек. Такая возможность в первый раз представилась для избирателей Ульяновской области. По словам председателя избиркома Юрия Андриенко, комиссия работает в полную силу, обучая наблюдать и регистрируя граждан. Продолжается процесс обучения наблюдателей. Знаем мы с вами о том, что сейчас у нас на выборах ожидается большая армия наблюдателей от общественной палаты. Они проходят обучение достаточно успешно, совместно с региональным отделением Ассоциации юристов. Особое внимание уделено транспортному обеспечению граждан, проживающих в населенных пунктах без избирательных участков. Каждый избиратель, вне зависимости от того, как далеко находится его поселение, сможет доехать до районного центра и проголосовать. Будет задействовано 211 транспортных средств. Во всех муниципальных образованиях назначены ответственные должностные лица по организации подвоза граждан из населенных пунктов, в которых отсутствуют избирательные участки. По распоряжению губернатора избирательным комиссиям оказывается максимальная поддержка в подготовке к выборам. Для этого создан оперативный штаб, который функционирует на постоянной основе. Обеспечение прозрачных и удобных выборов – первостепенная задача для уполномоченных ведомств. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.